это любовь. Курит любовью поднимать. Слушай, точно. Но я считаю, это не очень хорошее позиционирование. Я был занят своей это не наше дело. Ты не заметил, позвонить и найми. Открытие ведь не видела бы лица. Закрыл упор. Но представление определено. Хотя мы нашли оружие. Или насилие? Самозащита? Но есть тема. Мне казалось, как любит это. Крем? Увлажняющий. Крем? Есть что-то пропавшее с места преступления? Шар. Красный? Да. Ты знаешь? Мы недавно узнали. Сабрина только что отдала телефон с записью. Нет. Дженнифер была очень организованной. Я не могу говорить о шахте. Ты гордо. Да. Странно, вчера Таня со своей папой сообщение скинула. Ну, у меня двое детей, вот, дочка вчера, день рождения, а у крестника у сына завтра, да, через день. Просмотрели, ничего не отвечает. И сегодня иду к тебе. Зачем тебе? Телефон с папой говорю. Смотрю, вот она, ну, она видит, что я иду такая вся красивая, нарядная, в красных штанах. Кто? Таня. Какая Таня? Моя одноклассница, мама крестника, которая Леша развелась, которая была поставила. Вот это вот что, Леша к тебе ходил, ты общался с тобой? Муж, ну, что, ну. Ну, это как родители моей. Таня Капельница. Таня Капельница. Ну да, Таня Капельница. Так. Сестра.
Ну, я иду, поскольку у меня важный разговор, я даже не прерывалась, не подходила, потому что не смогла бы так одновременно, да, у меня. И я же понимаю, что она сейчас на машине будет лежать, если подъездит. То есть я иду вперед, но мало вероятно, что она меня не узнала, когда я вхожу в привычную одежду. Так. И вообще никак, вообще не остановилась, не помахала, не поздоровалась, даже повалилась у меня, глянула, я еще видела, когда ты не ушла, да? Вчера вообще ни спасибо, ничего за поздравление с Настей сбрасывала на WhatsApp с поздравлением дочки. Завтра, ну, крестник день рождения, по идее тоже опять мне надо позвонить, либо поздравить, написать. Может, вы знаете, уже что-то. Обиделись на тякать. Наверное. Потому что у нас плохая. Наверное. Все говорили хорошее. Видишь, стал плохой уже. Растешь. Ну просто пофиг. Зачем? Ну тебе еще как это ж, ну, вежливость, этикет, ну, я бы красная мама. Да. А читать и не отвечать WhatsApp. Ну вот, конечно, не похоже на там. Почему я так как-то не загоняюсь, просто станешь, ну, вот третьего класса знаю, как все они на ответку, как стали другие. Что это? Да, не. Таня поменялась. Ну вот я знаю, что я предполагаю, что, наверное, просто ее жизнь еще не изменилась, да? Да. И сама она. И, возможно, она уже как-то ко всем поменялась. Да. Что она ко мне плохо относится. Просто ей что-то хочет. Да. Да. Она неплохо к тебе, ей просто пофиг, правильно. Потому что она деньги сейчас считает просто. Все жертвы женщины. Думает больше про деньги, чем о дружбе. Ну, в последние годы я не баловала себе внимание, вот крестнику так наше сейчас спокойно относится. Да, и Ну, может, ей муж, я что-нибудь ляпнул, помог, с Катином общался, встречался, так я бы не одобряю, А, за стопудово. Ну, как-то оно вообще... Восьмой всегда собирал миры, трофеи, чтобы подпитывать фантазию. Стопудово ляпнул. Ну, в принципе, я, что Лёша, что есть, я однажды практически вещи сказала, что нужно надо страдать в один раз. Так, если человек сделал все возможное вообще, дал ей все. То есть, не принято, не знаю, какая там еще была. Ну, то он именно так и сказал. Ну, я с хорошей. Ну, а он сказал так, как посчитал. Они родители это не дали, это обычно семья, где трое детей. И... Ну, как минимум, я думаю, они должны быть благодарны за то, что так жить. Два образования, ну, все. А Таня тоже...